Нурсултан Назарбаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов. Лидеры двух стран подтвердили приверженность усилиям мирового сообщества в борьбе против международного терроризма. Также стороны подчеркнули важность 5-го саммита глав государств тюркоязычных стран, который состоится 11 сентября в Астане.